Ребята боролись за медали в личных и командных категориях. Вахтерова Александра и Аветисян Ашот не проиграли ни одного поединка, побеждая соперников уверенно и с красной работой на татами. Достойно выступили Артюшенко Кирилл, Яровой Филипп, Познышев Вячеслав, проиграв в упорной борьбе лишь по одному бою. Для этих спортсменов это были первые соревнования такого уровня. Тимур Саядов выступал в трех категориях и завоевал 3 бронзовые медали. Журавлев Дмитрий, выступая в 2 категориях, дважды поднимался на 3-ю ступень пьедестала. Виктория Кулагина в командном кумите также стала обладательницей бронзовой награды. Наши тренеры и их воспитанники проделали большую работу по подготовке к этому старту, а в ходе выступлений просто обескураживали соперников своей технической и тактической подготовкой. Сборная России на первенстве Европы завоевала 42 медали и в общекомандном зачете стала 3-й. Весомый вклад в этот общий успех внесли спортсмены спортивной школы боевых искусств города Воскресенска. В их активе 12 медалей, из которых 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых.